Приветствую вас на канале «Недвижимость в Чехии». С вами Виталий Кремсенко. Сегодня у нас обзор нового проекта, необычного проекта. Этот проект необычен своей архитектурой, современной архитектурой, удобной, а также уровень оснащения квартир с применением современных технологий, которыми обладают единицы жилых комплексов в Праге. Если вам интересно, оставайтесь на канале. Давайте пойдем и посмотрим и познакомимся с ним подробнее с вами. Находимся мы с вами на Праге 10, район Страшнице. Здесь проходит строительство проекта Хагибор. Видите, вот прямо два дома, которые начали строиться. За ними еще третий. Этот проект от архитекторов, которые создавали проект ДОК. Это один из моих любимых жилых комплексов в Праге. Ссылка на проект ДОК в верхнем углу этого видео. Проект состоит из жилых и коммерческих зданий. На территории проекта будет высажено 2200 деревьев. Рядом с жилыми домами образуется парк. Через весь комплекс будет проходить пешеходный бульвар в сторону остановки метро. Этот бульвар будет наполнен кафе, ресторанами, магазинами, кофейнями. В первом этапе строятся два дома «Альфа» и «Бетта». Сдача квартиры запланирована на конец 2022 года. Вот вы видите прямо эти два дома. Жилой дом «Гамма» – это часть второго этапа. Окончание дома «Гамма» запланировано на конец 2024 года. Все квартиры будут иметь балконы, террасы или палисадники. Довольно интересное архитектурное решение по конструкции балконов и террас. А как считаете вы? Напишите ваше мнение в комментариях. Нравится вам такое решение? В проекте будет всего 650 квартир в 5 жилых домах. Это «Альфа», «Бета», «Гамма», «Зетта» и «Дельта». И будет 5 коммерческих зданий, в которых разместится школа, магазины, офисы, культурный центр, а также новое здание Чешской филармонии. С другой стороны комплекса вы видите, заканчивается строительство также новых жилых домов. И в принципе окружение здесь тоже относительно не старые дома вокруг. Дальше есть там частный сектор. Сразу с другой стороны теннисные корты, спортивная школа там есть. Давайте поговорим о стандартах отделки. Здесь в домах будет система «Умный дом», рекуперация воздуха в квартирах, кондиционирование и напольное отопление. Я считаю, что это одно из лучших технологических решений на сегодняшний день. И очень немного домов в Праге располагает такими системами в доме. Полы в комнатах будет трехслойное дерево, 15 мм толщина. Ванные комнаты и коридор — керамическая плитка, окна металлопластиковые. В домах «Альфа», «Бета» и «Гамма» осталось 32 квартиры. Цена от 6000 евро или 150 тысяч крон за метр квадратный. Следующие два дома еще пока в продаже не появились, которые остались жилые. Приведу пример нескольких квартир, их площадь и стоимость. Однокомнатная квартира на втором этаже 40 метров квадратных плюс 6 метров балкон, стоимость 240 тысяч 770 евро или 6 миллионов 139 тысяч крон. Квартира 2КК на втором этаже, 62 метра квадратных, плюс 7 метров балкон, стоимость 245 тысяч евро или 8 миллионов 779 тысяч крон. 3КК квартира на шестом этаже, 88 метров, плюс 18 метров балкон, стоимость 633 тысячи евро или 16 миллионов 141 тысяча крон. 4КК квартира на третьем этаже, 111 метров квадратных, плюс 19 метров балкон, стоимость 733 тысячи 403 евро или 18 миллионов 701 тысяча
крон. Удобная схема оплаты у застройщика. Первый этап – вы оплачиваете резервацию 150 тысяч крон. Второй этап – подписываете договор о будущей покупке и оплачиваете 20% стоимости квартиры. И третий этап – после ввода в эксплуатацию доплачиваете 80% стоимости остаточной с учетом заплаченной вами резервации. В километре от нашего проекта находится замечательный Малешицкий парк. Мы сейчас с вами находимся на его территории. Здесь масса всевозможных развлечений для детей. Очень много дорожек для катания на скейтах, на самокатах, специальных с горками. Прямо вы видите, даже здесь оборудовано такое здание с туалетами. Красивый парк и много места также для прогулок, как для детей, так и для взрослых. Есть фонтан там, чуть дальше, уже сегодня, наверное, не работает, ноябрь месяц. В 200 метрах от дома находится остановка. Очень быстро, за 13 минут, вы доедете до центра Праги, на Вацлавское, на Амнисти. Даже здесь есть небольшая такая киоск. Кофе и всякие напитки продаются. Работает сегодня даже. 350 метров от дома находится супермаркет Пенни. Чуть дальше находится еще один супермаркет, Лидл называется. 700 метров от нашего новостроя находится метро. Остановка Жиливского. В районе 800 метрах есть школы и садики. Напротив проекта теннисные корты. Вы видели в видео, спортивный клуб там есть. В 2 километрах есть еще один прекрасный парк, называется Перукашка. Мы с вами сегодня в нем побываем. В нем открывается, вернее, с его территории открывается шикарный вид на центр Праги. Посмотрим сегодня на него. Вот такой Малешицкий парк находится близко к проекту. Красивое место. Торговый центр Флора, прямо вот видите справа. Он находится чуть меньше 2 километров от нашего проекта. Здесь вы найдете магазины, супермаркет, кинотеатр, рестораны. В принципе, все, что нужно. Вот он. Мы с вами на территории еще одного парка. Называется Перукашка. Он находится чуть более 2 километров от проекта, но с этого парка вы видите, какой замечательный вид. Слева вот вышка, это телевышка, Жижковская телебашня. Дальше историческая часть города. И вот там дальше туман. Если бы сегодня было более солнечно, то вы бы видели центральную часть Праги. Очень красиво. Там и Пражский град видно. И очень много красивой архитектуры отсюда вы увидите. Ну что, давайте подведем итог сегодняшнего обзора. Первое, это довольно интересная, красивая архитектура у проекта. Квартиры оснащены современными системами технологическими. Удобная система оплаты у девелопера. Расположение хорошее, близко к центру. 13 минут на городском транспорте, и вы будете в центре Праги. А что вы думаете по этому проекту? Интересно ваше мнение. Пишите в комментариях. Если вам понравился обзор, ставьте лайки, подписывайтесь на канал.